Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о страхе. Очень часто страх предупреждает нас о потере взаимоотношений. Знаете, когда два человека, они дружат, и потом вдруг что-то начинает между ними происходить. Как правило, ссора между людьми происходит, когда вмешивается кто-то третий. И я не имею в виду Иисус. Ибо кто-то из людей начинает капать в уши. Но чаще всего вмешивается дьявол или кто-то из его подручных. И вдруг вы начинаете переживать страх за то, что эти отношения будут потеряны. Я очень часто слышу такую фразу: «Я боюсь, что наши отношения портятся». «Я боюсь, что у нас не все так хорошо». Эти фразы, они не рождаются на пустом месте. Знаете, я вообще считаю, что многие слова, которые мы произносим, не задумываясь, они все равно имеют смысл. Так вот, когда в отношениях двух людей появляется опасение, что отношения перестают быть стабильными, то, возможно, это предупреждение от Бога, что отношения находятся в опасности. И нужно в обязательном порядке обратить на это внимание и начать разбираться. В любом случае, друзья, отношения требуют созидания. Если вы думаете, что отношения сами по себе будут куда-то двигаться, вы совершенно правы, они будут двигаться. Но, как правило, не как правило, а 100% это движение по нисходящей. То есть ваши отношения, если вы не прилагаете усилий к их созиданию, они разрушаются. Они как санки зимой катятся с горы. Так вот, когда у вас появляется страх, что ваши отношения находятся в кризисе, ваши отношения действительно находятся в кризисе и требуют вмешательства. Если вам понравилось то, что вы увидели и услышали, не забудьте поставить лайк. И подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе того, что происходит и о чем мы сегодня размышляем. Пусть Бог благословит каждого из вас.